имиджа и силы. Я думал, такие, как ты, должны охранять фараонов. Я Меджай без фараона. Видишь? Это же мое имя, Нак! Тебя найдут. Найдут и убьют. Во сне! Во сне я больше не сплю. Я жду в тенях. И я убью вас всех! Каждого, кто дышал воздухом Сивы в тот день! Ты убил хозяина, но не добил меня! Твой хозяин был убит. Я заберу твою жизнь. Я его телохранитель. Я Меджай из Сивы. Значит, ты достойный противник. А ты быстр, Меджай. Но я сильнее. Не будешь драться? Это честь сражаться с последним Меджаем. Я ценю твое упорство. Хороший бой. Ты умрешь достойной смертью. Хозяина, но не добил меня. Большая глупость. Твой хозяин был убийцей. Я его телохранитель. И это вопрос чести. А!
Один из нас останется здесь навечно. Лучше ты. Ну, хватит сражаться. Я не хочу убивать тебя. Вопрос чести. Анубис ждет тебя. Мне не выйти. Не уцепиться. Как же мне пробраться дальше? Куда лезут эти скоробеи? Должно быть, этот храм построили много веков назад. Наследие древних. Прости меня, Амон. Мне это нужно.
Вон там. Свет. Стена. Солдаты. Конечно. Где его? Умри! Хэбзапа! Берегись! Байк! Это ты! Мы в ловушке! Это я вижу! Это Миджай! Убить! Я! Миджай мой! Убейте его друга! Ты же должен быть мертв! И будешь мертв! Уж мы позаботимся. У тебя новые друзья. Они устроили засаду. Хорошо, что я пришел встретить тебя. Как я рад! Ты отпустил бороду? Год не виделись, друг мой. Сладкий вкус битвы, я его уже забыл. В Сиве все подчиняются солдатам, боятся их и смерти. Я убил человека в маске. Цаплю. Еще четверо. Идем. Ты поди устал. Отдохнешь. Нет, не могу. Сначала я выпущу кишки всем тварям в масках. Боги, как же я скучал. Где твой верблюд? Где? Поехали, сын. Как вы тут справляетесь без меня? Нам не просто, Байк. Ты ушел, люди хотели, чтобы я поддерживал порядок. Но солдаты разбили здесь лагерь и делают, что хотят. Лагерь в Сиве? Толемей держит эти земли в повиновении. А я лишь пытаюсь уберечь людей от беды. Рад, что ты здесь. Сделаю, что смогу. Но не забывай, у меня есть своя цель. Знал, что ты нам поможешь, Сэнни. Что случилось? Солдаты не знают жалости. Если думают, что кто-то им соврал, сжигают всю деревню. Или что похуже. Вот ты и дома, Байк. Все ведь тебя заждались. Энни Сиджириет. Тем, что у вас есть. Домами, детьми и жизнями. Люди словно опустошены. Угрозы, допросы, вымогательства, поборы, избиения. По всему оазису. Мы все научились подчиняться и прятать взгляд. Ты сам все видишь. Не привлекай внимания. Дорогу! Дороги! Домой собираешься зайти? Это уже не дом. Расскажи про Ибиса. Медономон.
Он здесь? Он проклятие нашего оазиса. Сам видишь, с его прибытием солдаты как с цепи сорвались. Раньше они дрались с крестьянами только с пьяным. А с тех пор, как тут Медунамон, они стали собраны и жестоки. Все больше причин убить его. Будь осторожен, Бай. Он с виду хлипкий. Так будет с каждым, кто ослушается воли Медунамона. Осторожно, Байк! Сива сильно изменилась. Дом. Оставь верблюда, далеко он не уйдет. Ну что, пойдем. Отдыхай, друг. У тебя был тяжелый день. Нет, отдых не для меня. Нужно готовиться к бою. Хабзепа! Хабзепа! Солдаты снова! Байк? Рабия! Рабия! Я так боялась! Конечно, боялась. Ты ведь меня знаешь. Ну и ну. Раны? Ушибы? Ерунда. Сядь! Все поправим. Ты все такая же. Айю, тебя. Сколько ж я вас лечила. Защищала от старших. Все изменилось. Но ты так же крепок. О, великий Осирис! Думал, ты не проснешься. Рабия перевязала меня, и я... Я решил не будить. Бой с Медунамоном потребует много сил. Кстати, друг... О, лук! Попробуй пострелять. Старайся целиться прямо в голову. Одна из мишеней прочнее остальных. Ну? Хабзепа! В чем дело? Тебя ищут солдаты! Ну? Идем, живо! Проследи, чтобы никто не покинул дом живым. Хабзепа! Нужно поговорить! Намарх Руджик убит! Возможно, виновен твой друг Меджай. Выходи! Помоги очистить его имя! Устроим засаду. Нак! Теперь они найдут письма и сожгут мой дом. А меня казнят. Не бойся. Я с этим разберусь. Осторожно. Кто здесь? Покажись! Тихо. Он слишком близко. Теперь остальные. Оружие под рукой. Я помогу, мы застанем его врасплох. Нельзя оставлять тела на виду. Кто следит за северной стороной? Сейчас его не найду. Всем рядом.
Понимаю. Так, пошли. Эй, кто? Готово. Спасибо. Я же говорил, эти мерзавцы ничего не боятся. Самоуверенные мерзавцы. Все так. Пойдем наверх. Я расскажу об обязанностях Меджая Сивы. Все горести Сивы здесь. Я пытаюсь помочь каждому, но я один. То есть ты не обладаешь божественной силой? Но... наша главная беда — этот человек, Медунамон. Люди надеялись, что он все изменит. Мол, жизнь наладится. Вскоре мы узнали правду. Слушай. Я всерьез опасаюсь за твою семью, жрец. Отправлю их в более... безопасное место. Вот этот человек твой враг. Я найду его и убью. Медунамон намного сильнее, чем кажется. И окружил себя лучшими воинами. Мне все равно. Ты погибнешь. Чтобы убить этого тощего мерзавца, нужна подготовка. И уж точно доспехи получше. Да, я сделаю их сам. С оружием сложнее. Солдаты унесли из деревни все. Поговорю с кузнецом. Да, думаю, Бенипи поможет тебе с этим. Может, и Сену найдет что-нибудь. Сену? Сену жива? Смотри, кто это. Сену, это ты! Красавица! Рабия выходила ее. Спасибо ей. Людям нужна твоя помощь, Байк. И они готовы помочь тебе. Понимаю. Thank you.
Надо раздобыть кожу. Баек, людям нужна наша помощь. Посмотришь письма на столе? Мне нужен родник в пещере Аманаи. Дорогу я знаю. Надо заглянуть. Теремун так просто не сдастся. С ним? Где? Баек! Наш Миджай! Ты здесь! Толемей! Сколько горя он всем нам принес! Тебе конец! Уничтожена только статуя. А тиран еще здравствует. Тебе здесь не рады. Верно.
Этого хватит. Славная охота. Спасибо тебе, Нейт. Отлично, так лучше. Чем могу помочь? Ладно. Будь здоров, друг. Домами, детьми и жизнями вы всецело обязаны фараону, Птолемею Филопатору, правителю Египта. Ваш священный долг – платить налог фараону. Ваш священный долг – во всем ему подчиняться. А иначе вы нарушите волю богов. Я с тобой, друг. Указом фараона! Oh!
Живо! Где Теремон? О, Амон. Он погиб от ран. Родные должны его похоронить. Охранять нашего неба! Держите их! Я дам сигнал! Грустные вести. Где Исса? Лежит здесь, как и ее дети. Вся семья убита? Да. Вижу, Теремун тоже заплатил за свою дерзость. Я говорил, что это бунтарство принесет только горе. Но что случилось? Они заметили солдат и спрятались в погреб. Но солдаты в назидание остальным просто сожгли дом дотла. Мне так жаль. Положи тело тут. Они отправятся в Дуат вместе. Так много смертей в оазисе. Мы не сможем похоронить всех несчастных. Тебя убило вовсе не твое бунтарство, брат. Это вина власти Птолемея. Он плохой фараон.
Мир тебе, дерьмо. Там больше мира, чем... Рабия! Баек! Какое счастье снова... Ты выходила мою сену. Не думал, что вновь увижу ее. Она крепче, чем кажется. Как и ты. Баек! Хибзефа сказал, ты лечишь больных, не покладая рук. И я буду рад тебе помочь. Ты очень добр. У тебя чистая Ка. Помощь мне пригодится. Солдаты жестоки. Почти каждый житель избит, ранен или сломлен. Я устроила несчастным дом жизни в заброшенном храме. Друзья шлют помощь из Имау, но солдаты стали обыскивать всех, кто входит в деревню. Мы попытались привезти лекарства на лодке. Но солдаты опять вмешались. Они потопили лодку. Сосуды с мазями теперь покоятся на дне озера. Я их достану. Спасибо, Баек. Принеси их в храм. Я буду ждать тебя там. Один я лекарства не найду. Сено поможет. Thank you.
Надо отдать это Рабию. Ну, мы с Нил Джириан. Левин! Ухе нет! В чем дело? Почему больные не в святилище? Солдаты выгнали нас. Хоть я и выплачиваю на Марху ренту за храм, солдаты все равно забирают у нас еду и лекарства. Каждый раз те же люди. Говорят, что это дань. Налог в пользу армии Птолемея. В итоге мы не можем оказать помощь всем нуждающимся. Нелюди. Не беспокойся. Клянусь, солдаты вас больше не тронут. Береги себя, Баек. Нужно быть осторожным. Уже мочусь этим супом.
Вот ведь откуда это? Что-то здесь не так. Лучше быть на месте. Баек! Ты Теперь этот храм ваш. Солдаты сюда больше не придут. Не знаю, как тебя благодарить. Да, чуть не забыл отдать тебе лекарство с затонувшей лодки. Я так разволновалась, что сама о них забыла. Людям Сивы с тобой очень повезло, Рабия. Прошу, обещай, что не дашь мести поглотить тебя, Баек. Таково мое бремя. Милостью Амона, я должен закончить это дело. Ah!
Мы с Хему были тут совсем недавно. My position, Gerech. Что случилось с твоей кузницей? Все эти проклятые солдаты. Капитан Птолемея увидел, что я кую меч, и обвинил в том, что я мятежник. И он был прав. Они забрали мои инструменты. Да, крысы. Всей Сиве нужен кузнец. Даже мне. Я не смогу тебе помочь. Без молотка и клещей я как без рук. А еще этот капитан, а поп его забери, следит за мной. Где сейчас капитан и твои инструменты? У подножья холмов на западе. Лагерь Шеджех. Шеджех? Ха-ха. Похоже, я уже помог тебе, Бенипе. Сам того не зная. Вот инструменты. А капитан сюда больше не придет. Наконец-то я открою лавку. Спасибо тебе. Рад помочь. Я достал оружие, которое спрятал от солдат. Вот, выбирай, что нравится. Давай, выбирай. Они одинаково хороши. У этого лука особая тетива. Спасибо, друг. Заходи ко мне в любое время, Баек. Баек, здравствуй. Хорошо, друг мой. Так и быть, заберу. Беру.
Ты находишь интересные вещи. Всегда рад тебя видеть. Стой! Стоять! Что я должен вам сказать? Я ничего не знаю! Я ничего не знаю. Прошу, выпустите! Я нужен своей семье! Хотя бы поговорить с женой. Майк, это ты? Спаси меня отсюда. Что я должен вам сказать? Я ничего не знаю. Хотя бы поговорить с женой. Есть тут кто?
Если бы я не был жрецом, я бы проломил вам черепа. Что это? Есть там кто? Выпусти меня и сразимся! Выходи! Боишься? Вытащи меня отсюда! Эй, кто-нибудь! Будьте прокляты! Есть там кто? Выпусти меня! Спаси меня отсюда! Заклинаю ОМОНом! Есть там кто? Выпусти меня и сразимся! Боги вас не простят! Повсюду солдаты! Есть еще четверо. Сможешь узнать, что с ними? Я найду их. Прячься здесь, а потом беги. Тут святое место. Священный храм ОМОНа. Это правда ты? Спокойно. Я тебе помогу. Баек, это правда ты? Надю, сюда! Слава богам! Это просто безумие. Спрячься, а когда будет возможность, убегай. Билет-то сколько? Выиграй!
Эй, ты! Будь осторожен! В Сиве теперь опасно, Бай. Ты здесь! Здравствуй, Тома. Ты ее нашел, отдашь мне? Ugh.